плане. Вы нас снимаете, а то потом скажешь, что мы вещи себе забрали. Господи, как это страшно. Как быстро? Не, машину. Мама сегодня собрала вам. Молодец. Игрушки, говорит, надо отдать. Чистые, говорит. Пойдемте сразу будем заносить на второй этаж. Я. Дашка первая. Что, ребята, понравилось? Быстро ехали? Мы все боимся. Сейчас я
Вообще я бы еще раз прокатилась. А сколько ты раз прокатилась? Один. Всего один? Да. А по-моему, ты уже на всем успела покатать. Нет? Нет. Но тебе на грузовике еще надо, да? Да. А как? Дрифтовали? Да, шикарно вообще. Потом свою машину хочешь иметь? Конечно. Так же буду по полям нагонять. Что, марсианин? Я поеду. Костя и? Ваня. Где вы ехали сейчас? На какой машине? На большой. На большой? И как? Понравилось? Круто? Понравилось ездить? Считаете, волонтеры, кто вы? Ангелы добрые. Да, мы волонтеры и просто добрые мамы, которые готовы были обнять бы всех детей. Которые неравнодушны, но, к сожалению, не все так просто. И поэтому мы хоть немножко хотим внести лепту вот этого семейного счастья, какое-то внимание, заботы этим деткам. А свои дети есть? Свои дети есть, да. Но так как нам всех не получится взять, нам хотя бы так приезжать к ним. Как тебя зовут? Никита. Никита, ты всю дорогу молчал. Вот сейчас тебе, ты хоть успел сейчас погонять-то? Нет, тебя не покатали. Боится. Тебя мама катает. Правильно, маме доверяешь. А тебе тут нравится, интересно? Что тебе? Что понравилось?
Круто. Тут говорят, надо приглашать вас, спахивать. На картошку? Пахать поля.